я очень доволен. Давно такого не было. Доволен рыбалкой? Спустя 3 часа, как выехали с Новотроицка, мы на Каргале. Секретное какое-то место, но народу очень много. В общем, мы рыбачим где-то 2 часа. Но это уже не рыбалка, а какая-то рыбозаготовка. Потому что сидеть просто тут невозможно. По одной простой причине, что постоянно клюет, ловится. Ну, мелкий подлещик, крупный подлещик, мелкая сорожка, крупная сорожка, мелкий окунь, крупный окунь. В общем, вот в таком ассортименте ловишь и ловишь. О, блядь, два, который почти говорил. Раз, блядь. Вот Робер только что дубля вытащил. Но я дубли уже не считаю, их очень много дублей. Поэтому рыбалка на Каргале — это очень... очень тяжелое занятие, по одной простой причине, что устаешь. Вот сейчас я заброшу. Сколько нужно времени, чтобы поймать? Все, все, уже вот вытаскиваю. И вот так вот в таком темпе, вот, постоянно. Рассказы о том, что тут поймано 15-20 килограмм. Для меня это уже приобретает реальное очертание. Потому что если сидеть и тупо ловить рыбу вот целый день. Ладно, я еще мотыля насаживаю. Люди ловят на опарыши, которые постоянно на крючке. Это вот это все. Это жесть, конечно. А я наконец сижу. Вначале рыбачил на 2 удочки, но понял, что это нереально. Убрал, да? Убрал, все. Одна удочка, все. Да, вот. Я стесняюсь спросить. Ну, Геннадий Павлович уже, можно сказать, ведро наловил. Да, конечно, щучку поймать. Ну, что-то жерлицы ты не поставил. Поставил. Одну. Уже надоело? На, вот, смотри. Вон эти селедки сколько тут. Ну да. Это рыбозаготовка, друзья. Людей очень много. Погода чудная. Итак, Борис, ну хвастайся. Ну пока я его доволен. Ну не высыпай, зачем? Потом собирай. Снимай. Ну да, и бита в прошлый раз у вас была провальная, а здесь прям. Ну да, здесь. Золото. Белое золото. Ну, Роберт. Да, стабильно, у всех нормально, одинаково. Так. Вот она. Да что говорить? Так. Спасибо водителю, во-первых. За то, что привез Роберту, говорю, за то, что он меня пригласил. А я говорю, Вась, спасибо, да. Что, да. Что он нас все пригласил. Хорошо. А в итоге все скажем спасибо, да. Гене, потому что он повез и он, да, приглашал. Да. Борис на жерлицу щучку хал. Да. Из 4 работок одна. Подведем краткие итоги дневной рыбалки. В общем, как приехали, и сейчас вот 4:30 мы собираемся переехать на более глубокое место, к плотине на леща посидеть. И, в общем, до 4:30 не прекращался клев. Это вообще что-то нереальное. Это уже не рыбалка какая-то, а рыбозаготовка, потому что пакеты полные у всех, ведра полные. Вот я ведро 10-литровое вот полностью забил рыбой. Это еще вот там полпакета у меня. Ну, короче, это спорт. Это тяжелый, изнуряющий спорт. Ну, поедем теперь, попробуем любительски поймать леща. В общем, на плотине мы побывали и нашли место.
место, где нам присесть на леща. Не нашли. Решили заселиться в кафе, переночевать и утром снова на свои места. Вот, все. Все. Отлично. Можно раздеться. Занимаем спальные места согласно купленным билетам. И снова мы на своем заветном месте, где вчера был рыбный сенокос. Рыбы было поймано столько много, что пакеты не выдерживают ее тяжести, рвутся, высыпаются. Стоит. Нету. Ушла, сука. Не подсек, блядь. Резче было мне взять, сука. Есть? Только не знаю. Есть. Как вчера? Очередная сработка у Геннадия Павловича. Ого! 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 Вся кончилась, Ген. Ушла опять. Вот прямо вот здесь, сука, ушла. О, Господи. Еще одна щучка. Третья сработка у Гены. Одна и та же жерлица. Бля, до конца опять сейчас мотал. Ну, слабый. Окунь, сука. Размотала все. Обживала, все размотала. Обживала. Геннадий Павлович, ну что, четвертый раз сработала жерлица. Одна и та же жерлица работает 4 раза, хотя рядом стоят 3 другие, вообще молчат. И, о, результат есть. Хитер. Ох, йо. Какой? Ё-моё. Пакеты не выдерживают, рвутся уже на пол кидают. Сорога-то крупная. Там вон я смотрю, вообще прям здравый. Окуня, ты обещал что-то показать, какие-то трофеи там. Ну да, довольно 2 таких неплохих. Ну, пойдем посмотрим. Ой. На балансир дернул, да? Да, это на балансир. И я доволен. Ну это можно сказать, да. Уже. Вот я их с утра вот щелканул в пакете. Это окуни в пакете. Да, а да. Там сорога. А там в мешках. Он, в том мешке сорога. У тебя клюет, Вова. Да вижу я, ну ее к черту. Она мне что-то надоела. Так что вот такая рыбалка. Отличная рыбалка! Спасибо, Каргале!